До календарного лета еще не скоро. Эй, хватит мерзнуть и грустить. Телеканал Европа Плюс ТВ и самый крупный аквапарк в Москве Марион уже открыли летний сезон. Вот это настоящее чудо! 17 марта в Москве состоялась жаркая вечеринка «Лето нон-стоп» в аквапарке Марион. Теперь в столице можно найти самый настоящий кусочек летнего курорта. Да еще и какого! Даже певец Арсениум не смог сдержать свои эмоции. Но лето уже здесь. Она сегодня начинается с нами, с Европа Плюс ТВ и с Марион. И, ну вот, как видите, все люди купаются, все счастливы, и я счастлив. Скоро на сцене споем летние песни. Стоило только зайти внутрь, наша съемочная группа сразу заметила веселую летнюю атмосферу, которой наслаждались здесь люди. Но вы только представьте их эмоции. За окном минус, а внутри тропики. Ух ты! Честно, это какое-то волшебство. Здесь сложно думать о работе. Но наша съемочная группа поспешила все разузнать, что здесь происходит. Здесь очень жарко, очень круто. Здесь очень весело, толпа ликующих людей. Нам было очень здорово. Оголенные, обнаженные, женские, я красивые влажная. Тела. И не только я, все девочки влажные. Поэтому сегодня было просто фантастически. Я сегодня потерял всегда навсегда. И с окон моих так и хочется прийти сюда с большой компанией, занять местечко в джакузи или поплескаться на главном танцполе под сеты диджеев и живые исполнения популярных артистов. А ведь Европа Плюс ТВ порадовала гостей аквапарка такими зажигательными звездами российской поп-сцены, как Алина Артс, Артик и Асти, группа Элемент, певец Арсениум. Также на сцене выступила группа Five Star Family. Ничего себе список музыкальных гостей. Это реально нужно видеть и слышать. Атмосфера тут бесконечно радует. А что думают ребята из группы Five Star Family? Атмосфера просто уникальная, очень жаркая, все мокрые, кто на сцене мокрый, кто в воде мокрые, мокрота друг молодежи. Поэтому, друзья, это отличная вечеринка, и пока, если вас еще расстраивает погода своим снегом или каким-то холодом, приходите сюда, здесь жарко. А ведь это только начало, потому что организаторы не собираются останавливаться на одном событии. Оказывается, это целая серия жарких вечеринок, которые будут проходить с марта по май. А вот подробности о следующих таких перформансах ты сможешь узнать в эфире телеканала Европа Плюс ТВ и на сайте того самого большого, веселого, теплого, дарящего радость людям самого лучшего аквапарка в Москве «Марион». Следи за новостями, покупай билеты и приходи на жаркую тусу. И, возможно, мы в следующий раз возьмем интервью именно у тебя. Вот так, друзья, совсем не обязательно ждать в Москве июнь, июль и август, когда лето можно себе устроить уже прямо сейчас.